сорт острого перца Хабанера Адальберта. Этот перчик относится к виду Capsicum chilensis, родом из Бразилии, Южной Америки. Это высокоурожайный сорт. Вот смотрите, как интересно у него вяжутся перцы. Видите, они вот с верхушки, как бананы на пальме. И вот такими вот, гроздями, целыми пучками. Такие перцы созревают от зеленого перчика и до светло-оранжевого. Вкус этих перчиков пряно-цветочный. Срок созревания от 80 до 100 дней. Высота куста от 50 до 60 сантиметров. Такой перец очень хорошо выращивать в домашних условиях, на подоконнике. Он неприхотливый. Срок созревания, я же говорил, 85-100 дней. Острота такого перчика от 150 до 325 тысяч сковелей. Ну, практически как у стандартного хабанера. Очень-очень интересный сорт. Советую выращивать такой сорт у себя дома. Главное, что он маленький и дает большое количество плодов. Плоды вот скучены в одном месте, в развилочке. Потом идет еще одна веточка, на ней такой же пучок перца. И много-много-много вот начинается, видите, если посмотреть, тут целая куча ответвлений идет. Если вам понравился такой перчик, вы можете заказать его у нас. Подписывайтесь на наш канал, ставьте палец вверх, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видеообзоры.